Лёшка Звериный. Вот так можно вечно сидеть и наслаждаться. Горит костер, вокруг природа. Всем привет, ребят. Идем до землянки. Так, заскочил чаю попить. Да засиделся что-то. Как видите, угощение наше скушено. Если фотоловушка что-то засняла, сейчас увидите эти кадры. Так, друзья, сегодня у нас банный день. Сейчас поменяю печки местами. Из землянки сюда притащим и затопим. Посмотрим. Надеюсь, должно хорошо нагреться. Пристыло, что ли? Ну, разница в печках, то ли это сантиметров 35, наверное, 38 где-то, то ли это тут полтинник весь. Будет жарить, думаю, намного лучше баньки. Лишь бы это прогревало землянку. Сейчас, наверное, затоплю. На улице сегодня не холодно, 10 градусов. Так что эксперимент особо полностью не проведешь, на градусов 30, чтобы было. Ну и труба, конечно, сейчас короче стала, опустил. Посмотрим, сколько там на улице осталось. Она и так-то особо не длинная была. Надо притаскивать, наверное, наращивать. Это не особо-то опустилось. Все барахло тут, чтобы не загорелось. Ну, летом надо будет по-любому. Хотя летом я особо не топлю. Притащить трубу еще надо будет метр хотя бы.
затопим, посмотрим. Греется как. Хотя у меня в гараже стояла. Гараж-то побольше, чем землянка. Все обогревало. Ну, ребята, надеюсь, сегодня попаримся. Четвертый раз уже. Ну, сейчас на 90% я уверен, что попаримся. Потому что та печка хорошо жарит, большая. Еще поутепляю сейчас. Еще работа там есть по земле, по баньке. Отлично кочегарится землянка, обогревается, баня тоже уже затопил. Навесик надо будет сделать потом, чтобы постоянно так вот не убирать снег. Не для красоты, а для тепла. Практически идеально. Ручку еще надо сделать. Порог бы побольше сделать, да? Где-нибудь поднять его на такую высоту. Порог должен быть большой, а какой-то маленький сделал. Нормально, уже нагрелось, отогрелось хорошо так. Градусов 15 есть. Полчаса. И крючок надо еще какой-нибудь придумать. Сейчас устроим посерьезнее тест этой пилки. Хочу на полок пошире доски сделать. Не знаю, вот только ножовкой распилю это бревно, а второе я не знаю, раскалю ли я потом пополам. Сейчас проверим. Мне больше бензопила не нужна. Работает. Будь здоров. Это M-Labs поставил, думал, сейчас буду полчаса тут пилить. Где-то минуты полторы, наверное, попилил всего. Даже не перекурил ни разу. Ну, она, конечно, не самая свежая. Сверху сантиметров
Вот так вот, наверное, подгнившая немного. Ну, свежая, думаю. Ну, за 3 минуты распилил. Замечательно. Надо дотащить ее сейчас еще. Самое интересное, что не напрягаешься, особо пилишь. Как вот теми ножовками. Все равно какое-то усилие прилаживаешь. Ее еще и зажимает. Это вообще нисколечко не зажимает. Блин, я вообще радуюсь, не нарадуюсь. Что ж я раньше-то не купил ее. Я всегда, наверное, такие буду покупать, когда это израсходуется. Все равно не вечное. В 2 раза дороже, так удовольствие одно пилить. Надо еще ручку найти на дверь. Какой-нибудь вот, какая-то кривая. Левой рукой. Пойдет. Пойдет. Что-то я, конечно, сомневаюсь, что у меня получится ее расколоть. Сучков много, тем более еще. Но попробовать надо. Где мой богатырский топор? Так. Как оттуда начну. Вот как раз тут пилил бензопилой. Немного запил есть. Таймлапсы. Поздравляю, друзья! Мы ее сделали. Колунчик, молодец. Выдержал. Без клиньев даже. С клиньями, конечно, попроще. Сейчас немножко подработаю, чтобы в задницу ничего не воткнулось. Нормально будет. Ребята, горим, капец. На трубу зашарило. Снега быстрее. Да. Камни были наложены. Выпал камень. Блин, я думал, что-то дымище тут. Куда-то выпал-то. Надо купить не горящую какую-нибудь фигню, обложить трубу. Да, бывает, ничего страшного. Что я здесь нахожусь. Через полчасика пришел бы тут на пепелище. Блин. Никитасом. Так, крючок еще надо. Веревочку сделать. Ну, на гвоздики. Ну тут тепло.
Даже жарковато, сказал бы. Сколько там градусов у нас? 42 получается, что ли? Нифига себе, даже еще не сдавал. Нормально, результат. Главное не спалить баню. Потом еще пролью, когда уходить буду. Прокидаю снегом. Вроде не шает ничего. Хорошо, когда не холодно на улице. Сегодня 10 градусов. А то минус 30. Не особо-то погуляешь на улице, посидишь. Так, нужно посидеть, чаю попить, понаслаждаться природой. Ляпота. Еще настроение поднимает, что баня получилась все-таки. 40 с лишним уже. Это отличный результат. Значит, нагреется. Сейчас полог сделаю. Попаримся сегодня. Лепота. С меня аж пот льется уже. Наконец-то баня, что надо. Ну так, есть 40 градусов. Но здесь вверху специально повыше сделал полог, чтобы под потолок было, можно было лежать. Нормально будет. Все, полог готов. Залазить буду по ступеньке. Фу. С меня ручьем пот льется. Все, можно принимать банные процедуры. Ну сейчас еще потоплю. Я имею в виду, что баня готова. Наконец-таки. Сейчас там водичка уже подходит. Можно будет идти в баньку. Сейчас пока пообедаем. Уже поужинаем, можно сказать. После баньки заварим чаек сейчас. Шалфей. Я вообще стараюсь травами только лечиться, таблетки практически не ем, только в крайних случаях. Мне кажется, издавна люди лечились травами, и никаких таблеток им не надо было. Вот так вот тут поставим. Просто таблетки то, что быстрее, конечно, действуют. С травами немного подольше приходится лечиться. Сегодня килька у нас. Варить ничего не буду. Вот по весне куда-нибудь забуриться в тайгу подальше. Километров 20 от города хотя бы. Избу там построить или землянку, посмотрим там по обстоятельствам. Баньку тоже так же. И сделать какой-нибудь чулан, не чулан, может подполье. И заготавливать летом травы разные. Пить травки полезно. Магазинские зерна как-то не особо доверяю. Когда сам насобираешь, высушишь. То оно как бы точно надежнее. Ну и магазинские помогают, в принципе. Ты чё? А говорю, только травами дольше лечишься, но они также помогают, как и таблетки. Таблетки просто сконцентрированные, они быстро, но менее для организма полезны. Ну все, баня готова. Наконец-таки сделал.
Осталось только трубу там обложить какой-нибудь негорящей штукой. Посмотрю в магазинах, что найду. Так что вот такие планы. Будем травниками летом, если все получится, конечно. Сам буду пить родственники, может, кто будет. Отец у меня тоже раньше собирал. Иногда пил. Ну, больше собирать любил. Сейчас что-то не особо собирает. Ну и вам буду отправлять за доставку. Будете оплачивать так. За товар, за саму траву не надо будет ничего. Мне не трудно. Удовольствие, как говорится, по лесу походить, пособирать. Ну все, пойдемте. Попаримся, попробуем. Вроде нормально нагрелось. Ну что там, по градусу, 50 градусов, ну нормально, до 70, думаю, разогреем. Наконец-то нормальная баня, как я тебя ждал долго. Здесь у нас чаечек заваривается. Надо туда поплескать, где горело. О, друзья, кто-то жарит. Хорошо. Веничка-то нету. Вот это баня, я понимаю. Наконец нормально все получилось. Сейчас все маленько вздумываю на полок. Камушки, кстати, хорошие. Ничего себе. О-хо. Блин, что-то переборщил маленько. Как залазить-то сейчас? Ой, не знаю, там камера выдержит, нет? Ой, лепота, друзья. Это мечта просто. Мечта сбылась, идиоты. Сколько намучился, ничего. Зато все равно доделал. На градуснике 60 нагрелось. Ну, когда обздаешь, немного побольше. Ну, в принципе, нормально. Можно будет еще поутеплять. Но уже довольно. Париться можно. Отлично. Особенно, когда обздаешь и на полке здесь вообще жара. Градусник пониже немного. Ну вот, делов-то было. Все дело в печке.
бензин нашел. А я его найти не мог. Еще вядичек тут. Блин. А я в тот раз искал, искал. Как раз бревно распилить хватило бы. Здесь хлебушка оставил. Еще кто-нибудь, может, придет. Флешку поменял. Блин, сейчас не будет на дым реагировать. Надеюсь. Чуть отвернуть, может. Сюда. Ветер сегодня капец. Ладно, друзья. Буду сейчас выбираться до дому. Завтра на работу, поэтому сегодня без ночевки. Неплохо сегодня проветрился, проветрились с вами вместе. Все, что планировал, получилось. Наконец-таки я удовлетворен. Можно еще поутеплять потолок, можно обшить еще утеплителем вот этим вот. Еще теплее будет, ну меньше, подольше будет держаться тепло. Жалко, что завтра на работу так бы остался, заночевал. Но ничего, скоро вернусь. Так что ладно, всем спасибо за просмотр. Удачи, здоровья. И до новых встреч.